Я хочу снова ворваться в мир поп-ММА. Смотри, сами голые кулаки. Я думаю, ты дрался на улице, но здесь это чуть другое. Неприязни никакой-то нету, честно сказать. Он хочет реванш, я ему дал. Тем более условия выгодные, которые, знаешь. Именно с Артемом я хочу потратить на битве за хайп, потому что там это зародилось, там я хочу это закончить. А тут фармакология, такие острые вопросы. Ну, посмотрите и сами напишите свое мнение в комментариях. За Артемом Тарасовым хочу именно набить ее за хайп. То есть буду ждать, пока Амир сюда приедет и организует хотя бы этот один бой. Всем привет, ребята, вы на канале Body Mania, с вами Назир Альбалист, я Асхаб Тамаев, который на химии сейчас или что кушаешь? Асхаб Тамаев, который поднял YouTube канал Body Mania. Так, начнем. Да я серьезно, посмотри. Нифига, если что, не спорь со мной, да? Наоборот. Чеченский халк. Да, это уже, знаешь, у них уже было 2 миллиона, они тебя чуть не подняли. Думаешь? Нет, за ним, знаешь. Не, ну все знают сейчас. Прекрасно знают. Это да. Насчет фармакологии такие острые вопросы. Сила является основным фактором для любого спортсмена, а особенно для бойца. Так вот, я специально избегаю всяких химических препаратов и пользуюсь Arturon GLS. Он помогает восстановить тестостерон и держать меня в спортивной форме. Из-за постоянной весогонки и изнурительных тренировок естественный тестостерон падает. Тестостерон дает силу и поддержку мышечной массы, которая разрушается в таком жестком режиме. Самый важный фактор для меня – отсутствие побочек. А тем, кому за 40 лет, Arturon еще поможет скрасить жизнь. Ссылка на данный препарат будет в описании. Переходи. Ну, посмотрите и сами напишите свое мнение в комментариях, на химии я или нет. Я думаю... Смотри, давай тогда пообщаемся. Скоро будет бой с Марвином. Идет ли какая-то подготовка? Борьбы не будет, будет чисто стойка. Готов ты к этой стойке? Смотри, никакой подготовки пока не было. Были 3 тренировки такие, знаешь, без, ну, понтовые тренировки. Сейчас, с завтрашнего дня, уже приступлю к этому серьезно, буду серьезно готовиться. У меня, по-моему, 2,5 месяца, по-моему, 3 месяца, да, как бы до следующего времени, чтобы хотя бы чуть-чуть потянуть выносливость. И вряд ли за 3 месяца я стану боксером. Вот. Скорее всего, я думаю, это будет просто драка. Смотри, вот такой вопрос. Твои старшие были против, чтобы ты выступал по ММА. Как они смотрят на то, что ты берешься на бой? Смотри, знают вообще, как никто это? Против не был. Единственное, я сам в Чечне, и трэш-ток сложно понять. Я понимаю спортивный трэш-ток, но когда человек оскорбляет тебя, это некрасиво смотрится, и многие мои подписчики, тем более мой народ, был недоволен этим. И поэтому было много негатива, много хейта. И поэтому я отказывался выступать на таких промоушенах. Но я выйду и поставлю условия, чтобы если будет какой-то мат в мою сторону, то я просто встану и уйду. Вот так вот. Это правильно. Такие условия. Если я соглашаюсь на такие условия, то организация должна поддерживать и мои условия. Смотри, сами голые кулаки. Я думаю, ты дрался на улице, но здесь это чуть другое. Здесь ты боксируешь, и тебе говорят, все равно вставай, неважно, сечка. Как-то морально готовишься к этому? Конечно, это будет намного сложнее в плане моральности. Ну, знаешь, последний раз я дрался 12 лет. На улице всегда ходило, знаешь как, я выглядел больше, чисто словесно, можно было как-то, знаешь, все наладилось. Вот сейчас личная какая-то неприязнь. Ну, то есть голыми кулаками бить человека, мне кажется, просто так тяжело. Неприязнь никакой-то нету, честно сказать. Он хочет реванш, я ему дал. Тем более условия выгодные, которые, знаешь, хорошие условия предложили. Хардкор. И почему бы не подраться, заработать, тем более, знаете. Я хочу снова ворваться в мир поп-ММА. Мне больше всего интересен бой с Артемом Тарасовым. Артем Тарасов. Да, потому... да, была история, давай чуть поэтому тоже пообщаемся. С Артемом Тарасовым, да? Да. Были ли какие-то переговоры? Была определенная история, этот бой должен был состояться на битве? Конечно, бой должен был состояться. Артем был готов, я был готов. Но, как мы знаем, коронавирус, да, эпидемия сильно помешала. И Амиран садился в Америку. Вот, надеюсь, он скоро вернется. И мы сделаем это на
Митя захайп, я очень надеюсь. Сейчас очень много промоушенов, Fight Nights, наше дело. Будешь ждать именно Амирана и Митя захайп, или кто предложит лучшие условия там? Именно с Артемом я хочу потратить на Митя захайп, потому что там это зародилось, там я такое это закончил. С Филиппом Мардином я считаю, что, по-моему, это уже закончено, и я сейчас намного лучше чувствую ММА, чем раньше. Тогда это был мой первый бой, я никогда в жизни не дрался, никогда не чувствовал, знаешь, это давление со стороны камер, всего этого. И я сейчас уверен, что за минуту как бы расправился по ММА с Марвином. Вот. А с Артемом Тарасовым хочу именно на битве за хайп. То есть буду ждать, пока Амиран сюда приедет и организует хотя бы этот один бой. В общем, хотя бы один бой. Или Амиран покупает билеты в Америку, чтобы там делать. Ну, Амиран сказал, если у него дело там пойдет, то я туда прилечу и там организует мне бой хороший. В общем, ребята, у нас такие новости. Артем, готовься. Амиран, так что, тоже знаете, готовься. Любая организация готова. Главное, чтобы заинтересовать как-то и заинтересовать соперника. Если медийный соперник, то с любым, хоть с Конором, да без проблем. Главное, чтобы был медийный. Главное, чтобы подтянуть. Вы были на канале Body Money, с вами был Асхаб Тамаев. Азир Валибалист. Вот, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях, химики или нет. На него не надо подписываться, на меня подписывайтесь и оставляйте свои комментарии.